3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. Медиация – тема эфира сегодня. У нас есть вопрос от нашего телезрителя. Чем отличается медиация судебная от примирительной процедуры? Об этом спросим у нашего эксперта, адвоката юридической консультации Советского района Гомеля, действующего медиатора Виктора Лагуна. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Вам слово. На этот вопрос хочется ответить, что медиация судебная и примирительная процедура, конечно, не отличаются. Одно, медиация судебная, она регламентируется гражданско-процессуальным законодательством, а примирительная процедура – хозяйственно-процессуальным кодексом. Отличие в чем? То, что примирительная процедура, она возникает после возбуждения дела именно в экономических судах, которые рассматривают данные дела. И оно может быть назначено по инициативе суда или по заявлению одной из сторон. Скажем, медиация судебная, то, что она рассматривается в общих судах, то здесь должно быть согласие двух сторон на проведение медиации. Примирительная процедура, она проводится в суде непосредственно, и стороны или выбирают примирителя, или его назначает непосредственно суд. И в суде стороны, то есть идут к какому-то соглашению, к примирению. А медиация же, она проводится вне судебных стен. То есть стороны сами выбирают медиатора, их суд не назначает, дает им список определенный. И выбрав медиатора, соответственно, он не в стенах суда проводится, а где-то в каком-то другом помещении. И обстановка там более благоприятна для беседы, то есть для выработки взаимоприемлемого для них соглашения. Спасибо, Виктор Михайлович. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.